Всем привет! Сегодня разберем причины, по какой причине, по каким фактам в перфораторе не держит бур, выпадает. Сейчас разберем. Патрончик на перфоратор. Что у нас сейчас? Bosch. Модель 226. Я вам расскажу все составные части, по каким причинам может бур не держаться. Вот здесь я смотрю большое количество смазки. Я вам не рекомендую сюда пожевать в патрон смазку, по той причине, что вся строительная пыль поднимается вверх и на смазке оседает. Вследствие чего образуется Так, снимаем ползунок. Вытягиваем шарик. Вот смотрите, первая причина. Ну, понятно, что может шарик поплющиться от боя. Это механика, понятно. Дальше. Это если некачественный шарик. Шарик находится на вот такой шайбе, которая держит шарик. Со временем от давления... Вот, смотрите, вот это уже скоро не будет держаться бур. Так. Вот, смотрите, какая... Да фокусируйся, юная. Вот здесь впадина под шарик. Ну ты смотри, совсем не фокусируйся, паразит. Ох и ленивый. Не работаешь. HD-качество называется. Так. Вот сколько сил у нас. Вот видите, под шарик сколько он выдавил. Потом шарик начинает, либо, ну, сначала он продавливается, уходит в сторону, и получается вот здесь шарик, он не держит бур, а уходит внутрь. То есть бур уже будет выпадать. Это первая причина, вторая — шарик. И бывает, конечно, третья причина — это вот такая толстая шайба. Сейчас я вам покажу все наочно. Ставим шарик. Вот, смотрите. Чик, он защелкнулся. Если здесь впадина большая, шарик туда проваливается, и бур будет выпадать. Дальше, вот эта толстая шайба вот так одевается, она сверху находится, шарик удерживает. Если она разваленная, внутренняя часть, диаметр чуть-чуть увеличивается, шарик будет опять же выходить из патрона, из ствола вернее, наружу, и бур тоже может не держаться. Вот так вот, это в разобранном виде, чтобы вам было все видно наочно. Нажимаешь, и он выходит. Вот так вот. Еще одна, но это вообще я не знаю, как надо убивать уже инструмент. Внутри ствола находится две направляющих. Раз и два. Они тоже могут из-за некачественных буров стираться, и получается... Бур проворачиваться будет во время сверления с боем, и бур будет выпадать.
Хотя вручную он вставляется и будет держать. Ну вот такие вот это основные причины, по которым будет бур выпадать. Я думаю, что здесь ничего сложного нету. Разобрали, посмотрели, купили шайбу, шарик. Ну, на крайняк вот эту, если она раздолбана. Да и все, будет работать ваш перфоратор. Так что удачи в ремонте.